Всем привет, ребят. Ну что, наконец-то вот я там за минут 5 прошел АИ-волну, которую я здесь не фармил. В принципе, ничего сложного. Я вам показывал расстановку, сейчас вы ее видите, какими героями я проходил. И у нас сегодня будет фарм новой волны, волны АДЖ. Так, заберу здесь камешки. В общем, такой вот у меня состав. В принципе, ничего сложного нет. Воодушевление надо иметь, определенные герои, и будет вам счастье. Так, сейчас мы сюда кого-то поставим. Давайте нового поставим. Вот так вот. Такая вот у меня раста, то есть ничего замысловатого нету. По центру нанимаю юнитов. И let's go, посмотрим, что же все-таки это за волна. Очень интересно посмотреть, что же там будет. Если в прошлые были огники, то тут, возможно, лазуликсы будут, но я не знаю. Разглянем. Так, окей, поехали. Ну, тут J2 только доходит. Ну, сейчас посмотрим, что же нас тут ожидает. О, ничего себе, это что там? Фига себе, смотрите, я их убить не могу. Офигеть. Вот это жестко, конечно. Че, Фрея? У, ребят. Сушите весла. В общем, сразу говорю на эту... Это, не знаю, не то чтобы Unreal, но, возможно, когда-то кто-то пройдет, но это будет не так скоро, как хотелось бы. Ну, посмотрите, ну это просто жесть. Да уж, прайка уже была. Сейчас посмотрим, что тут дальше будет. Варжеи. Да, просто, ну нафиг. Командора, ну ребят, против командоры это, я вам сразу говорю, это что-то будет. Сейчас она просто раз башенку мою ударит. Нет, смотрите, я еще, возможно, пройду, если повезет. Махатма. О, я J2 прошел, ребят. Короче, это Unreal, я вам сразу говорю, даже для без донатов, но я не знаю. Мне кажется, тут делать нечего. Да и для донатов. Нет слов просто. Вот единственное, что у меня Фрея сейчас с водушкой, их просто будет держать, но это опять же, это ненадолго. Посмотрите на это. Шок. Просто шок. На третье место мы переместились. Ну, в общем, я думаю, что... Ну, нафиг. Не знаю, что будет дальше. Тут 20-е прорывы. Это, возможно, на английском сервере я еще смогу что-то сделать. Но, как видите, Аджей один. И это будет потолок без доната. Однозначно. А J2, возможно, кто-то еще зафармит. Это будет нереальный челлендж. Ну, посмотрите. Ну, это просто, просто жесть. Шок. Таких героев добавить в волну, ну, это утопия, я считаю. Вот то, что это то, что мы там затащили от J2, нам, я считаю, очень повезло. Ну, такой растай тут однозначно фармить, ну, я не знаю, смысла нет. Может, конечно, мы что-то зафармим, но посмотрите, моего ворожая уже просто нет. С двумя живыми там все дела, все топы. Ничего себе. Ну, ничего себе. Ну ничего себе, ну а дальше что? Все. Ну вот я вышел на первое место по второй волне, ребят, по второй волне. Это просто жесть. Второй призыв и только второе место. Я, конечно, не знаю, что они опять обкурились, но это просто, ну... Зачем? Ну вот делают они локацию, да, но сделайте, блин...
Вы же должны понимать механику, что без доната уже давным-давно здесь в пролете. Ну а донаты тоже ничего не сделают. Даже 20-е, наверное, мои прорывы на английском сервере. Но я не знаю, сколько надо будет попыток, надо будет расту, чтобы они удачно зашли. И то, посмотрите, как они шатают 12-х моих скиллов. Ну, это 215 уровня героя. То есть вы можете представить плюс усиление, что у них, сколько у них чего. Посмотрите, что они делают с моими героями. Не просто их, ну вот Фрея. Хватает только одной Фреи, которая просто будет унижать. Я не знаю, практически все герои. Я бы просто это назвал, это унижение, знаете, волна унижения для донатов. Потому что, ну, тут просто физически ты эту волну, ну, что бы ты тут не вкачал на нашем сервере, возможно, есть один вариант, это новые таланты. Это если понавыбивать новых талантов, если он дает там ограничения, насколько написали, но ну, я еще тестил, я что-то не увидел этого ограничения, то возможно да. Но опять же, я в этом очень сомневаюсь. Протестирую, выбью, но блин, как по мне это полная дичь. Не знаю, что они там курят. Ну посмотрите, ну, они просто шатают моих героев. Все, кто хочешь, что хочешь, ну не знаю. Ну, первую, вторую я еще прохожу. Дальше что? Я просто, ну, просто так взяла, ушатала ворожея. Все, у меня отхила, ни хрена нет. Анубиса они ушатали, Лазулю они тоже ушатали. Конечно, тут не максимальные. Но это просто жесть. Ворожея уже нет. Или я его не вижу, или его реально нет. Но он-то есть. Я не знаю. Это шок. Первый, наверное, будет героем, кто ее пройдет, но. Знаете, это мне напоминает, когда ввели древние для без доната, так точно так же волна аджей для доната. То есть, что бы вы ни делали, вас ничего не спасет. Вот как-то так. Ну, Фрея с водушкой, они там, может, сейчас, ну, опять я затащил, вау, красавчик. Аджей 2 затащил, ну, а дальше что? Ну, не знаю, 53 секунды. Это пока самый лучший результат здесь. И то только на вторую волну. Ну, надо, можно, конечно, я думаю, ловить удачные заходы, но учитывая то, какие у меня прокачки, какие у меня герои, я вам скажу, что это реально печалька. По сути, та волна роли там и не играет, там разница. Сейчас мы посмотрим, сколько. О, Фрея против Фреи. О, у меня герои практически живы все. Но это опять же, это ненадолго. Тут однозначно нужны воодушевления, потому что без воодушек вы Фрею, вот эту Фрейку вряд ли убьете. Надо, думаю, смотрителя собирать. Посмотрите, сколько у нее там жизни. Представьте, сколько у нее жизни, сколько я ее бью. Практически 2 минуты я ее бил. Сколько у нее жизни? Вау, ребята, J2 прошли, а J3 и все, и до свидания, командора, блин, который шатает здание просто так. Ну, я не знаю, что там дальше, мне хватает как бы этой волны просто зайти поржать и посмотреть на это все. Ну, на Махатма, посмотрите, сколько у Махатмы жизни, там миллионы жизней. Бигфут, которого не убивает, ну не убивает просто. Сейчас ради интереса, если Лазуля затащит, сейчас посмотрим. А, не, ушатала Фрея, ушатала. Ну, 9-й пак, 12-й скилл, ну конечно, чё ж не ушатать. Да, ребят, вот такая вот у нас веселуха, короче. Что я могу вам сказать, это просто no comments.
Я даже не знаю. Все, наверное, кто уже забежал, посмотрел на эту с доната волну, просто поржали. Потому что тут только остается ржать. Больше нечего. Короче, надо будет тестить новые таланты еще. Дальше смотреть. В общем, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Как обычно, лайк, репостик. Всем удачи, всем пока.